Вот где-то заливает, а где-то наоборот горит этой ночью в столице полностью. Сгорел дорогой BMW-иномарку стоимостью несколько миллионов. Подожгли в одном из столичных дворов. Все произошло около 3 часов ночи. Очевидцы говорят, машина вспыхнула буквально на глазах. В считанные секунды пламя охватило весь салон. Пожарным оставалось лишь спасать припаркованные рядом автомобили. Огонь мог перекинуться и на них. Дорогая иномарка восстановлению уже не подлежит. Будем надеяться, на нее оформлена каска. Полиция начала проверку. Местные жители не исключают, что причина поджога – конфликт из-за парковочного места. Проезжая часть в этом месте слишком узкая. И вот такие споры случаются тут постоянно.